О легендах и преданиях, реальные события и факты научным языком. История чувашского народа представлена в книгах ученых, членов Чувашской национальной академии наук и искусств. Краеведение – наука многогранная. Поиском корней, исследованиями традиций и обычаев ученые занимаются во все времена. Так создается история любого народа. В летописи ценен каждый факт. Например, в издании известного этнографа и историка Гурия Комиссарова «Избранные сочинения. Книга вторая» вошли труды по этнографии и этнологии, а также статьи, воспоминания известных ученых, краеведов и журналистов. Ценность этой книги в том, что в эту книгу впервые вошли переводы на русский язык его известнейших научных трудов. Во-первых, «Чуваш халги мало каежи каймежи» – «Есть ли будущее чувашского народа?» Я это определяю как жанр эссе, публицистика. Вторая его работа – «Об истории чувашского народа». Краевед Евгений Ерагин познакомил собравшихся с книгой «Чертова неделя», где рассказывается о чувашских народных обычаях, а исследователь Валерий Виноградов представил свою книгу «Потомки Шора и Хора по следам предков чувашей», где в доступной и краткой форме рассказал про события мировой истории, повлиявшие на судьбу булгара чувашского народа. Авторы обсудили положение дел в научно-исследовательской сфере, обменялись мнениями по поводу ее дальнейшего развития. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика.